Что делать с врачами, которые отказываются нас лечить? Как пациенту защитить свои права? И только ли медики виноваты в том, что люди оказываются беспомощными в больнице? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с одним из самых ярких представителей саратовской медицины, членом Общественной палаты области, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Рудольфовичем Уцем. Добрый вечер, Сергей Рудольфович. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В последнее время к нам в редакцию часто звонят люди с одной и той же проблемой. Их либо отказываются госпитализировать, либо принимать в поликлинике. Только за последние 3 месяца мы среагировали на 3 подобных звонка. И это лишь те вопиющие случаи, которые стали известны журналистам. Мы решили поразмышлять на эту тему, как быть в этой ситуации. Давайте посмотрим специальный репортаж на эту тему. Уберите камеру, не слепите меня. Этот врач телекамеру явно не вызывал, а мы просто среагировали на ЧП. 3 месяца этот бездомный с подозрениями на перелом позвоночника жил буквально под окнами больницы. Говорит, без полиса и прописки врачи принимать отказались. Сюда 20 раз обращался. Сюда. Людей послали, позовите врача. И ни один не приходил. Про клятву Гиппократа медики вспомнили только когда тревогу забили сердобольные прохожие и приехала съемочная группа. Примеров, когда человек оказывается своего рода заложником в больничных стенах, хоть отбавляй. Люди жалуются, что медики грубят, ничего не объясняют, отказывают в помощи. Мне он просто выписал вот эту бумажку и сказал, я не могу вашего сына взять в больницу, потому что он в алкогольном опьянении. Все. На следующий день, 28 числа, он вечером скончался. 25-летний Вадим Верещагин погиб этим летом. Родные винят врачей. Говорят, сначала парня отказалось забрать скорая помощь, потом не приняли в приемном покое. Мол, пусть сначала протрезвеет. Диагноз – пневмония и сепсис как осложнение – был поставлен уже в морге. А вот в этой лечебнице буйный пациент избил соседку. Старушку, которая только-только перенесла операцию. Замечено. Поведение медицинского персонала… резко меняется от одного вида видеокамеры. Недавно узаконили эту меру для ГИБДД. Новый регламент позволяет свободно снимать действия сотрудников дорожной полиции. Может быть, пора вводить тотальную съемку и в больницах? Для меня это оскорбительно. Подглядывание за мной – это оскорбительно. Я считаю, что я достаточно четко выполняю свой долг, и я доверяю своим коллегам-докторам, с которыми работаю. Есть некая тайна профессии, и некие пороги этики. Профессор, хирург Николай Островский возглавляет Саратовский ожоговый центр 10 лет. Сюда везут всех, кто обварился, обгорел на солнце, пострадал при пожаре. Зимой эти палаты оккупируют бездомные с обморожениями и без полисов. Их больница лечит за свой счет. Сутки пребывания здесь стоят около 2000 рублей. Часть затрат, 660 койко-дней, компенсирует городской бюджет, но требуется в 4-5 раз больше. Николай Островский вообще считает, что защищать нужно не только пациентов. А врача кто защитит? А кто защитит нас от произвола пациентов, которые начинают драться в приемном отделении, которые в алкогольном опьянении поступают сюда, бедолажат в палатах? Вряд ли это будет аргументом для родственников, у которых погиб близкий человек. Самое главное, чтобы это просто не сошло с рук, потому что все-таки я считаю, что есть их вина. Юрист Дмитрий Мигунов в критической ситуации советует звонить в полицию и жаловаться на неоказание помощи. И нажать на рек видеокамеры тоже рекомендует. Во-первых, это аргумент для суда. Во-вторых, дисциплинирует врачей в момент задержания, то есть госпитализации. Она именно как подстегивающая и профилактическая мера работает. Я рекомендую применять эту меру, но соблюдая права лиц, которых вы снимаете. Соблюдать права – это значит не обнародовать видео без согласия героя или приберечь для судей. На крайний случай, когда взывать к совести и профессионализму человека в белом халате – бесполезно. Как вы видите, врачи упрекают средства массовой информации в необъективной оценке ситуации. Но что делать, если врачи отказываются говорить, уходят от прямого ответа, отворачиваются от камеры? Может быть, действительно вести в больницах и поликлиниках видеонаблюдение? Или советовать пациентам снимать острые моменты на камеру? Я думаю, что допустимы в данной ситуации любые меры, которые бы обеспечили право наших граждан, право пациентов на получение качественной медицинской помощи и на соответствующие отношения со стороны врачей. Потому что, когда пациент обращается в больницу, он прежде всего рассчитывает на милосердие и на сочувствие. В следующий
так сказать, шаг, он рассчитывает на оказание квалифицированной медицинской помощи, на то, что с него не будут требовать деньги за лекарства, какие-то дополнительные средства за особый и непонятно какой уход. Он имеет на это право, потому что медицина, как это ни звучит, может быть парадоксально, по-прежнему представляет из собой государственную гарантию. Поэтому я считаю, что и видеонаблюдение, если необходимо, оно допустимо и оправдано. И съемки, подобно как на месте ДТП или при конфликте с сотрудником ГИБДД, тоже допустимы. Главное, чтобы была установлена истина. И чтобы и врачи, и пациенты вели себя, ну, в соответствии со званием человека. Согласны ли вы с тем, что врачи вынуждены работать со сложными пациентами? Вот как мы видели в сюжете, да, это и бездомные, это алкоголики, наркоманы, дручины, переносят свое раздражение на обычных законопослушных пациентов. Ну, вы понимаете, врачи точно такие же люди, как и все остальные. У них тоже есть проблемы и морального плана, и материального плана. У них дома семьи, которых тоже не всегда все бывает благополучно. Они передвигаются тоже не по воздуху и не по каким-то райским коридорам. Они ездят по тем же дорогам, большинство из них на том же транспорте, что и все остальные. Соответственно, они такие же люди, как и мы. Поэтому им свойственны все те же проблемы. Но есть одно маленькое «но». Они много учились и в итоге в заключении обучения давали клятву. Немногие граждане у нас дают клятву. Военнослужащие и врачи. Они давали клятву Гиппократа, в которой говорятся такие проникновенные слова, и после принесения этой присяги врача и клятвы Гиппократа он уже не может вести себя как простой гражданин. Когда он в белом халате, когда он на рабочем месте, он должен оставлять все свои чаяния и проблемы за стенкой медицинского учреждения, за порогом. И понимать, что люди приходят сюда не по доброй воле. И многие люди крайне не любят обращаться в медицинские учреждения, терпят до последнего. Если человек пришел, значит, ему действительно плохо. А если человеку плохо, как можно ему делать еще хуже? Вот мне кажется, суть в этом. Проблема на самом деле, она давняя. Проблема в том, что в профориентации, в том, что люди не знают, насколько тяжел труд врача. На самом деле, очень неблагодарны. И не найдете вы среди специальностей какую-то такую, которая бы была вся такая чистенькая и гладенькая и приносила только удовольствие. Больной человек, он источает, так сказать, из себя болезнь. Не только, так сказать, в виде микробов, но и в виде негатива. И каждому врачу в течение дня приходится сталкиваться с этим. Я с вами согласна. И вот как раз недавно был вопиющий случай в одной из больниц российских, когда в реанимации доктор-врач сбил пациента, который был прикован к больничной койке. Как раз он объяснял, что да, я, в общем-то, устала, и от него исходил один негатив. Но, тем не менее, все-таки, ну, наверное, с вами согласна, что допускать подобных ситуаций нельзя. Но они есть, эти ситуации существуют. И поэтому вот такой вопрос, что делать? Что делать? Ну, на самом деле, наказывать, увольнять? Нет, ну, на самом деле, если врач допустил такое правонарушение, если это приходит в сферу правонарушений, то есть административный кодекс. Там есть мелкое хулиганство, хулиганство. Есть уголовный кодекс, если он оскорбил так или иначе и оклеветал больного, разгласил тайну. За это есть соответствующие статьи. Но очень важно еще и воздействие и влияние медицинского сообщества. Чего, к сожалению, пока вот не сформировано в нашей, так сказать, медицине. Когда старшие товарищи, коллеги, путем осуждения, путем, так сказать, прямых высказываний, как на суде офицерской чести, должны говорить этим людям. Они ведь лучше знают, кто хорошо относится к больным, кто обирает больных, кто нет. А у нас, к сожалению, не сформировано вот это высокое чувство гражданского долга. И когда вот я хороший врач, я лечу хорошо, у меня никаких проблем нет. А что творится за соседним столом, в соседней палате, меня не касается, это не мои проблемы. Пока так будет, к сожалению, эти случаи будут повторяться. Вот как раз мы сейчас плавно перешли к следующей теме. Сейчас создается организация, вернее, уже существует организация, которая как раз призвана защитить интересы врачей. Фактически, это единственная подобная организация, которая защищает интересы врачей, если они правы. Это Национальная медицинская палата. Кстати, недавно медицинская палата области вошла в состав Национальной палаты. Вот как вы считаете, этот орган способен в корне изменить ситуацию? И вообще, нужен ли нам принципиально медицинский омбудсмен?
Ну, считаю, что никаких уже дополнительных. Мы же вот так наплодили омбудсменов и детских, и взрослых, и финансовых, и промышленных, и бизнес-омбудсмены. Ну, зачем нам омбудсмен? Все-таки интеллектуальный уровень развития, так сказать, врача, он достаточен, чтобы врач мог в состоянии определить, кто и от кого его будет защищать. На самом деле в развитых сообществах и в развитом обществе существуют страховые компании, которые, с одной стороны, страхуют риски граждан от заболеваний тех или иных, обеспечивают качественную медицинскую помощь. Но существует и вторая страховка, когда страхуется врач от ошибки врачебной, от некого трагического стечения обстоятельств. И тогда на его защиту встает страховая компания, говорит: извините, это страховой случай. Врач, конечно, виноват, но мы готовы его защищать, вкладывать финансовые средства в адвоката, в какие-то другие судебные разбирательства, обеспечивать выплату каких-то компенсаций врачу за то время, которое он не может заниматься медицинской деятельностью, платит ему деньги на повышение квалификации. Мне кажется, что этот путь более цивилизованный, поскольку вот эта Национальная медицинская ассоциация, которой руководит профессор Рошаль, выдающийся человек, безусловно, много сделавший для нашего здравоохранения, она еще ведь хочет не только этим заниматься, она хочет заниматься и аттестацией, и переаттестацией врачей. Вот в этой сфере, мне кажется, она принесла бы значительно больше пользы медицинскому сообществу, когда уровень квалификации врача определяли не чиновники, а их коллеги. Тот же самый Рошаль, о котором мы сегодня упомянули, он говорит о таком явлении российской медицины, как презенты врачам. Вот у него интересная позиция по этому поводу. Рошаль считает, кстати, он ярый противник платной медицины, это нужно особо подчеркнуть. И тем не менее, он считает, что после лечения врача отблагодарить возможно. То есть не до лечения, когда человек пришел в больницу, да, ему говорят, столько стоит, столько, и мы тебя лечим. А именно после, в виде презента. Более того, он считает, что благодаря таким подаркам врачи и живут на это. Вот вы какого мнения? Вы главный врач. Вы запрещаете у себя в клинике брать такие презенты? Ну, видите ли, в чем дело. Когда я захожу в ординаторскую и вижу на столе у своих докторов коробку конфет, я на самом деле понимаю, что вряд ли они пошли в магазин и к чаю купили эту коробку конфет. Скорее всего, это подарок от благодарных пациентов. И я не вижу в этом на самом деле ничего плохого. Если подарок, так называемый, заключается в крупной сумме денег в конверте, я против этого, потому что к этому нет ни малейших причин. Лечение, лекарства бесплатные, нахождение в палате бесплатное, врач получает достаточное вознаграждение за свою работу, и если он теми или иными нечестными путями выводит больного на мысль о том, что ему нужно каким-то образом компенсировать его гениальное творчество, вот, то это уже лежит за рамками закона, за гранью закона, и я готов при наличии таких случаев жестоко карать. И все-таки не секрет, что врачи часто жалуются, что заработная плата у них недостаточно высока. Но только ли в этом причина, почему медики не идут работать в больницу? Вы сказали такую ключевую фразу: это не единственная причина, по которой медики не идут работать в больницу. Но если медик не идет работать в больницу, он уже не медик. Все, что угодно, но не медик. Ну, вот я считаю, что в своей жизни я поступил честно, когда у меня были материальные сложности, я не стал их реализовывать на ниве, так сказать, здравоохранения. Я ушел из профессии на какое-то время, я занялся другим делом. Да, не скрываю, более доходным, но где мне не приходилось решать свои финансовые проблемы и проблемы семьи за счет моих пациентов. После того, как большая часть этих проблем была решена, и я посчитал возможным вернуться, я вернулся. И теперь у меня уже нет этих острых таких проблем. И я могу быть абсолютно лишен вот этого, так сказать, духа стяжательства. Я считаю, что это совсем неплохо. Я думаю, что по подобной схеме могли бы поступать и другие. Спасибо вам большое, Сергей Рудольфович, за интересную беседу. Я напоминаю, у нас в гостях был член Общественной палаты Саратовской области, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рудольфович Уц. Я, Наталья Шевченко, прощаюсь с вами. До следующих встреч. До свидания.